На советский завод приезжает американская делегация. Идут по цеху и видят, стоят возле станка мастер и рабочий. Переводчица американская. Попросили перевести их диалог. Та, слегка смущаясь, переводит. Мастер говорит рабочему. Кто-то вступил в интимные отношения с твоей матерью. Ты гулящая женщина. Даже эту изнасилованную шестеренку гулящая женщина. Не можешь, гулящая женщина, правильно сделать, гулящая женщина. Директор, гулящая женщина, даст тебе хороший женский половой орган, гулящая женщина, и вступит с тобой в интимные отношения посредством заднепроходного отверстия, гулящая женщина. Если из-за тебя, пассивного гомосексуалиста, опять сорвется на половой член план, гулящая женщина, который должен выполнить завод. В ответ на это рабочий отвечает, что рабочий уже вступил в интимные отношения с речевыми органами директора, что рабочий вступил в интимные отношения со всеми на заводе шестеренками, и что самое невероятное, он вращал на половом органе завод со всеми его планами.